радость и прекрасное настроение. Люди серебряных лет пришли зарядиться позитивом и отметить праздник Всемирный день пожилого человека. Для них выступили творческие коллективы. Валентина Викторова с коллегами из общественной организации не пропускает такие мероприятия. Про себя рассказывает. У нее четверо внуков и правнучка. Бабушка принимает активное участие в их воспитании, всячески поддерживает и с радостью делится своим жизненным опытом. Мы взрослеем, дети наши растут на наших примерах. Дань уважения. Испокон веков это было и должно быть. И нам, чем больше мы их будем воспитывать, тем ближе они будут и к родине, и к нам. И вообще будет уважение больше для серебряного возраста. Ежегодно в первый день октября в Самаре чествуют ветеранов и людей серебряного возраста. По словам замруководителя департамента опеки, попечительства и соцподдержки городской администрации Ирины Гридневой, старшее поколение, как никто, нуждается во внимании, и День пожилого человека – очередной повод напомнить об этом людям. Это действительно достаточно очень важное мероприятие, потому что здесь стоит подчеркнуть тот безупречный опыт и знания жизненной, которые передают из поколения в поколение наши жители. Почему, опять же, это важно? Важно, чтобы они делились теми знаниями, которые у них уже есть за спиной. Пожелать им обязательно, чтобы они совершенствовались, не забывали, что саморазвитие – это у нас путь к активному долголетию. Поэтому, конечно же, мы обязательно должны чествовать наших замечательных, не хочу говорить слово «пожилых», а взрослых граждан. В рамках праздничного концерта также прошло награждение ветеранов и жителей города, отличившихся в профессиональной деятельности и социальной жизни. Им вручили дипломы и памятные подарки. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».